Привет, стратеги! С вами, как всегда, консул. Продолжаем нашу афинскую кампанию на легенде с модом Потестас Ультима Ратио во Втором Риме. Усаживайтесь поудобнее, наливайте чайку, всем вам приятного просмотра. Итак, в прошлой серии, дабы предотвратить снова атаку совместную между с Римом и далматами на наше поселение, решил я атаковать далматский флот. Войска у него тут не самые такие серьезные, в основном всякие рабы-копьеметатели, но дерутся они больно, точнее стреляют, поэтому будем играть вручную и постараемся понести как можно меньше потерь и утопить их к чертовой бабушке, и, возможно, даже римский легион не пойдет на нас в атаку. Поехали потихонечку. Итак, сухая погода, значит, давайте начинать. Набрал я тут в прошлой серии наемников. Их мы будем использовать как мясо. Тут они полностью бабки отрабатывать свои. Выставим их вот сюда куда-нибудь. Давайте пусть они у нас первым отрядом будут. Так, дальше. Все наши баллисты, ну, как всегда, по центру. На расстрел. Это у нас отряд номер два. Он будет вот с этой стороны. Генерал сюда отправится. Нормально, встань только. Еды, твою мать, во. Так, и третий отряд. Встанет с этой стороны. Так, ну вот как-то так. Поехали потихонечку. Так, выдвигаем вперед пацанов наших. Так, и погнали. Начнем отстрел. Плавненько. Без одного. Командующего первым делом тоже надо утопить. Так, а хотя ладно, там все равно одни копьеметатели. Главное, чтобы мне эпибатов меньше, как можно меньше положили. Они нам могут в ближайшее время, ой, как пригодится. Поехали. Тоже туда же. Генерала топишь. У них задача с нами сблизиться как можно скорее и накидать нам копьями. Но мы постараемся это дело все предотвратить. Так, а эти еще нифига, да? Ого-го. Что-то наемники-то у меня отлетают. Давай. Смотри, пролазит. Похер ему на все. Давай вот так поговорим. Посмотрим, что ты скажешь. Так, ты закончил, вперед. Главного топанули, вперед. Вот так, нормально. Хорошо идет. Отстрел. Пока они там наемниками занимаются. Отлично, а наемник-то у нас, смотри, что утворяет. Так, не-не-не, стреляй пока. Так, ну и эпибаты пошли вперед тоже потихонечку. Потихоньку, помаленьку. Раз. Два. Подвигайся. Так, вы дальних валите. Так, все, кончились мои наемники, к сожалению. Так, настреливай. Сюда. Это... Боевой дух-то у них немного подупал, я смотрю, да? Все, отлично, здесь справились. Давай следующего. Ползут, черт. Хотя, вот этого давай. Так, ты сюда. А ты сюда. Есть контакт. Все, отлично. Нормально. Так, вот этого шлепайте сразу. Так, ну, желательно добить. Давай. Есть. Так, последний кораблик, да? А нет, два. А, это мои наемники бегут. Достанут, не достанут, они до него. Давайте ускорим. Есть. Вроде бы полностью уничтожили. Нормуль. Одним геморроем меньше. Ну, наемников, конечно, всех потеряли. Ну, самое главное, в принципе, всех своих пехотинцев мы сохранили. Эти эпизоды, ой, как жестко дерутся в поле. Так. 2800, нормально.
Я думал, ты еще с небольшим опять дадут, и хватит, тебе скажут на этом. Все, занимаем аускул, держим здесь оборону. У нас еще, блин, с порядком, как всегда, нет ни шиша, да? Так, и время я же хотел что-нибудь воткнуть обязательно. Так, что мы тут воткнем? Давайте санитарию. Санитарию поставим, храм у нас уже есть. Можно еще вот этого дела поставить, чуть попозже. Так, что у меня тут на востоке? Так, на востоке я стою в обороне. Наблюдаю за конфедерацией. У них, кстати, описанный порядок падает довольно-таки нехило. Во. Мне тут можно что-нибудь бахнуть, да? Так, зерновой рынок давайте бахнем. Раз такая пьянка пошла, деньги вроде бы пока есть. Карфагеняне идут на помощь, похоже, усиленно, да? Так, здесь я уже базилевсом никуда не схожу. Карфагеняне, кстати, орецы забрали, да? Нехило так. Можно, в принципе, сгонять и попробовать освободить Аремин. И там же у нас должны и труски быть, по идее. Вообще, в планах как бы было забрать Италию полностью. А вот здесь вот сделать такой типа пояс. То есть освободить здесь все фракции. И пускай они там обороняются. Ну, хотя не факт, что они будут нас оборонять. Они могут сами же нам войну объявить. Но идея была как минимум такова. Так, ну, на этом ходу вроде бы все. Флот у меня там что, кстати, делает? А, вот и где. А ты кто, кстати? Это не флот. Ты войско, да? Здесь у меня еще побитый немножко флот. А ты кто? Вот это флот уже. Ну-ка. Подплыву поближе, может, атакуют. Главное, чтобы флотом не атаковал. А то будет больно. Флотом и стеком я точно не справлюсь. Порядка, как всегда, нигде нет. Ни шиша нет. Нам будет подкрепление сюда еще выдвинуть. Только где же его взять? Здесь мне войска не перенанять, да, пока? Можно, кстати, вот этого бомжа взять. Ну, хотя... Только если вот так они прорвутся. Хотя, возможно, им там не до нас. С кем там, кстати, эта конфедерация воюет? Давайте посмотрим. А, они еще с гетами воюют. Вот геты бы атаковали сюда, было бы вообще, наверное, прекрасно. Но что-то пока не хотят. Скородиски вы там как? Скородиски нормально. Долматов, ну, может, ты вступишь в войну с долматами, например? Что тебе делать? Тебе же скучно, по-любому. Так, разорвать, прекратить, туда-сюда, объявить войну, вступить в войну. С долматами. Они мне уже столько крови выпили, не хочет. Не хочет, зараза. Ну ладно, давайте-то охот сдаем. Навыки. У кого навыки? Где навыки? А у флотоводца у нашего навыки. Так. Давай в авторитет. Тут тебе есть что дать? Командование армий. Возрождение культуры. Хитрость. Здесь коррупция, общественный порядок, хитрость. Боевой дух всех отрядов возьми. Выстрелов в минуту у всех отрядов тоже возьми. Здесь. Сождение культуры, хитрость. Командование как полководец. Нет, тут нам пока ничего вроде бы ему не надо. Опять сейчас будут у нас восстания рабов, скорее всего, все как всегда. Поехали по-тихому вперед. Что там римляне сейчас будут делать? Пойдет он воевать, не пойдет. Не, он еще один легион решил собрать, похоже. И забрал Ареций себе. Неугомонная зараза какая. Похоже, надо выманивать его как-то там на себе. Ух ты, ёптать. У него там территории-то осталось, а легионов-то меньше не становится вообще нисколечко. И Карфаген, ну нафиг, говорит, пойду я отсюда. Хотя не все. Кто-то пошел назад, кто-то идет на помощь. Ей бипит. Какая сила, ты куда? А он все-таки сюда ломится, чертила. Гребаный ты селевкит, когда ж ты от меня отстанешь-то?
Так, все, никакой движухи нет. Далматов нет, римлян больше не видать, да у нас. Началось вторжение, да, видели мы про вторжение. Вашинианга домой. Духи, восстание Рим, где? Че там, кто опять? Разлад. А вот они. Вот они тусуются. Так, первым делом давайте керапитнем. Денег тысяча с небольшим. Войско могу собрать? Да, могу. И соберу, конечно же. Я понимаю, что у нас там стены, гарнизон вроде бы имеется, но все же. 1, 2, 3. Не особо-то я доверяю этому самому гарнизону. 1, 2, 3. Кого еще взять? Жалко, вот этих больше нельзя. Давай вот этого застрела. До полного счастья. Хотя там у меня, наверное, застрела в гарнизоне, блин, хоть жопой жуй, да? Хотя не, 4 всего, нормально тогда. Это нормально. Так, римляне, ничего вы там делаете, алло. Покажитесь. Где вы есть там? Где моя разведка-то, блин? Куда я ее дел? Куда я ее дел? А, вон она. Между легионов стоит, я не вижу. Да не нужны они тебе, пока сюда иди. Что у него там? Серьезно. Серьезно. Здесь менее серьезно. Куча легионеров просто прут в нашу сторону. Если вся эта грядка ударит сюда, то мне тут ни хрена не поможет, да? Хотя у меня есть лот, есть кое-какие силы. Так, а тут у нас что происходит? Так, в политику. Нормально тут все. Персонаж, что тебе надо опять? Надсмотрщик. Так, сам был рабом. Туда-сюда. Понизить он нафиг. Бабушки чётовой. Может, рабы довольными будут хотя бы. Порядок здесь есть. Здесь. А ну, это все то же самое. У меня в Афинах. Это с порядком прям беда какая-то. А у меня тут на порядок-то и построек на самом деле не особо много, да? В основном пока военка стоит. Так, а здесь что могу? Я бы на самом деле с этими конфедератами пока помирился, если бы они захотели, и отправился добивать Рим. Но они же черти не хотят, да? Да, не хотят. Не хотят ни в какую. Пойдем тогда, что делать. Куча лучников. Так, сиди в осаде пока. Так, дядя, там что? Пусто. Пусто. Знаешь что? Давай сюда тогда. Здесь у них небольшое войско, правда, есть. Давайте вообще пробежимся, посмотрим, вдруг кто все-таки мира захотел. Хотя вряд ли, да? Все слишком сильные относительно нас. Галаты. Галаты-то побитые вроде все. Хотя, да, уровень силы у нас куда больше, мириться все равно не хотят. Гитулы, здрасте, мы ж это самое, поторгуем? Не, не хотят. Эти не хотят, далматы тоже не хотят, да нифига. И мне на них пока не напасть особо. Даорсы помирились временно со мной. Но это тоже ни о чем не говорит. Им. Мы ж помиримся, ну нафиг. Я не хочет. Не хочет Селевка, тем более не хочет, он там вообще разошелся, я смотрю, как не в себя. Похоже, в скором времени будет надо отправлять подкрепление туда, в Египет. А то они что-то к нам совсем уж привязались. Так, флот, дружище, давай возвращайся. Тоже на прикрытие. Так, здесь пока все, здесь я, наверное, на штурм не пойду. Сейчас, наверное, Карфаген подойдет, поможет, но это не точно. Шлепнем пока восставших, наверное, чтобы не мешались тут особо. Главное, чтобы не рабы были. Накал. Так, ждем атаку от римлян. Куда же они попрут? Скорее всего, сюда, наверное, да? Деньги у меня еще есть? Есть. Давай, на всякий случай, вот этого пацана возьмем. Помощь ему кого-нибудь еще выдадим.
Два штуки, да? Да и все, в принципе. Кавалерия, пехота с баллистами нормально. Я думаю, отстреляемся. Сдаем еще раз ходик. Так, персонаж, погоди. Че, где, кого? А, во. А, какой ходик-то сдаем твоим? Я чуть не забыл. Чуть не забыл. Доход от приключений. Рост, не рост. Платить рабов возьми тоже. Что там еще есть интересного? Давай. Мы же этот, Анфею не взяли. Анфею я хотел взять. Поехали. Поехали, штурманем. Автобоем не буду разыгрывать хрен. Постараюсь как поменьше потерь понести. Но хотя такое количество лучников могу и не понести я поменьше потерь. Ну посмотрим. Знакомое все поселение. Сухая погода, давайте начинать. Сейчас я их соберу в кучку, чтобы им было не скучно там. Кстати, интересно, какая у них там дальность у бойцов. Сюда. Вся кавалерия сюда. Все мои мечники сюда. Пикинеры пока что далеко, пускай там постоят. Отдохнут, перекурят. Лучники вот здесь. Хотя они нифига. Вот здесь. Сейчас выдвину вперед их. Поехали по чуть-чуть. Че, не идете, что ли? Че это вы не идете? Не надо туда стрелять. Отстань от них. Там небольшой отряд бомжей. Не, не оборону заняли. Мне интересно, кто дальше бьет, мои лучники или вражеские? Чисто так, для интереса. Хотя можно перебить сейчас небольшой контингент пехоты, да? И потом устроить большой чаш, как вариант. Ты ж подтягивайся. О, сюда давай. Кучку. Сколько там? 20 человек в отряде. Игнорируем. Кавалерия подходит. Сноси их. Туда в кучу давай. Лучники, вы где? Огонь. Так, бежим обороны. Небольшой отряд. Сколько там было? 20 сразу, да? А, ну долго они явно не простоят. Хотя, смотри, стоят. Даже что-то все кончились. Иди. Вперед. Вперед. Так, ты там закончил, нет? Почти. Так, стопы. Этого бей. Так, у лучников там дела. Сколько баллиста набило уже? 182. Ну не густо, конечно. Далековато я доставил. Стоим пока, курим. Так, а ты пока не стреляй. Так, отлично. Лучники, сюда. Пехота у них все меньше и меньше. Там агрызки одни высадились, да? Так, а вот эти стоят, танкуют, да? Ладно, не буду я боезапас на щиты их тратить. У меня есть чем их шатнуть, если что. Давайте здесь подстреливаем народ еще.
Сюда лупи. Застрелы. Сами пельтасты. А от лучников им все равно больно. Где пельтасты? Так, тяжелая кавалерия. Поехали в обход. Нет, не тяжелая у нас. Не тяжелая, все правильно. Ой, как они тут хорошо стоят. Ёжики зеленые. Так, это сколько? А, там. На это уже можно внимание даже не обращать. Так, пельтасты почти кончились. Отлично, сюда. А главное у них кто, кстати? Пельтофракийские воины. Тут еще кто-то отстреливается даже. Давай, ладно. Достреляем уже патроны у баллисты. Обычно. То они что-то уж... Совсем куда-то хрен помнишь, куда стреляют. Сюда. Нормально мы их тут так наложили. Моим лучникам, кстати, тоже начал доставаться. Надо вот этот ряд перебить. Огонь сюда. А, у тебя патроны кончились уже. Ладно, уходи. Уходи. Навесиком. Ага, заволновали сразу. Давай вон туда в кучу. Погнали. Туда же. Надо вот этих сразу было выводить вперед, да? Вперед. Вперед. Патроны есть еще? Есть. Сюда. Достреливаем остатки, отходим. Так, пехота пошла. Давай, вот, подгоняй. А, не отходят сразу. Чё, эти неугомонные. Бегом. Вперед. Заходим, 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 пацаны, заходим. Отход. Стреливай их. Как дела? Нормально. Поднакатили немножко. Блин, это дело. Стали. Сюда. 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 Связывай. На помощь. Ой, конница у меня сейчас тут, похоже, достанется. Поехали. Тут и так справится, я думаю. Вы там закидали их, нет? Закидывают почти. Нарезай. Сюда. Так, там нормуль. Там вообще нормуль. Всех снесли почти. А, все, у них тут генерал остался, да? Ходи оттуда. А, и генерал тоже заколебался сразу же.
Гарантийцы на помощь. Подходи. А, ну все, он тоже побежал. Завершаем. Решительная победа. 77 бойцов потеряли, не совсем. Совсем немного, хотел сказать. Автобой показывал бы намного больше. Лучники у нас прям красавцы, смотри. 321, 326, 328. Даже баллиста немножко меньше набила. Заберем себе поселение. Повышение ранга. Военные традиции, вся фигня. Это сразу под снос. Это тоже. Да и туда же. Так вот, теперь вроде бы на этом ходу все, что хотел, я сделал. Кстати, тут еще и геты стоят, нас прикрывают. Так что можно будет Одесса попробовать забрать. И полностью провинцию Фракия под себя отжать. Так, тут вроде везде тишина. Здесь я уже оборону занял, да? У нас деньги появились. Это у нас кто? Наемные трусские гоплиты. Дайте два штуки. И все, ждем римлян. Да что ж такое-то? Что случилось, а? Прокачка. Прокачка. Так, а босс качнуть пока не могу. Давайте баллисту качнем. Так, и самого генерала. Ночная у него вкачана. Вот это вот тоже берем. Ну и пока все, поехали. О, высадилась, я про нее и забыл совсем. Ну чё, Рим, где ты там? Не Рим. Рим не пошел в атаку. Говорит, ну нафиг. Еще и Карфаген подошел на помощь сразу же. А это открывает кое-какие возможности. Так, селевки драсть. Что будут делать? Валит опять. Стой там, никуда не ходи. Прямо вон там стой. Надеюсь, я флотом до тебя достану. Саба, войну мне объявляет. Кулешо. Она всем войну объявляет. Вообще всем звонит. Говорит, мы воюем со всеми. Ну нафиг, говорит. Так, вот это вот уже нехорошо. Прям совсем нехорошо. Я хотел селевка шатнуть, походу придется разворачиваться. Армянскую армию встречать. Неугомонные черти, блин. Когда алматы там своими делами занимаются. Так, это ладно, это бог с ним. Надсмотрщик. Ну вот, довольные рабы, нормально. Как я и предполагал, жалко Карфаген, он туда не достает. Ну-ка, иди сюда. 8 тысяч денег. 8 тысяч денег, это хорошо. Вроде там есть. Чего у него там есть? Даже кавалерия имеется. Ладно, сиди. Сиди, кури. Так, а он... Будет у него подкрепление? Не будет. И вот эта чертила мешается мне. Так, я не успею вернуться, если что, потом. А Рим у меня, блин, открыт. Надо на второй уровень ставить. Так, давайте сначала в Одессу сюда вернемся. Так, гарнизон у меня сразу появился. Что нам тут надо до полного счастья? Так, давайте бахнем пищу. Эта хрень у меня уже тут есть, в принципе. Это есть. И производство какое-нибудь. Так, а я сходу вот сюда ударю. И опять вручную буду штурмовать обязательно. Ну, чуть позже. Давайте, наверное, что тут у нас? Военный порт поставим где-нибудь. Да, военную верфь, чтобы нам Черное море держать. Здесь флот соберем. Так, теперь здесь. Селевки отошли. Ты кто? Да, ты войско.
Я не достаю, но я тебя перекрою, один хрен. Здесь у меня как бы наемники есть. Хорошо. Можно вот еще лучника взять до полного счастья. Минус 500 бабла, кстати. Тоже нездоровая канитель. Можно здесь, кстати, распустить кого-нибудь. Будет. Сюда вроде бы уже особо никто не лезет. А наемники есть что есть? Ой, да хоть жопой жуй. Давай вот этих распустим. И просто и бабки нужны, и в другом месте войска нужны. Так, а здесь мне, блин, не проскочить никак, да? Из-за вот этих вот чертей. Так, вокруг нет никто. Нет никто. Лучники, баллисты, пики, все, что надо есть. Легионеры. Но у него тоже, кстати, баллисты есть. Что баллисты это уже не аргумент, нифига. А, гарнизон. Гарнизон всего 13. Че это вдруг? Че это, блин, не это самое? Не 20 отрядов, как обычно. Так, тебе чтоб скучно не было. Ты там палишь и сразу тогда это самое. Можно, конечно, вот сюда флотом ударить. Если я не ударю, меня, скорее всего, далматы сзади ударят. Так он сидит в блокаде. 5 наемников посливать. Давайте-ка рискнем. Пробуем флотом ударить. Так, сухая погода. Все по красоте, все замечательно. Вот отсюда, наверное, поплывем. Если они будут держать оборону, и мы их подстреливаем. Чертовой бабушке для начала. Хотя всех можем и не пристрелить. А можно сделать немного даже по-другому. Сейчас посмотрим, как оно пойдет. Так. Генерала сразу на дно. Желательно. Чем быстрее, тем лучше. Обычным снарядом. Одну его, ну. Нифига. Есть, успели. Так, все, на остальных можно внимание не обращать. Ползем сюда. Мне вот интересно, если я сейчас сюда буду высаживаться по чуть-чуть. Они это самое. Пойдут на меня, не пойдут. А потом уже эпибатов в самом конце пустим. Давай, ты первый пошел. Первый пошел. Второй сюда. Все простреливается, все на муль. Что, не будете что ли идти? Да ладно. Чуть это с вами? Что-то вы какие-то странные сегодня. Ладно, уговорили. А, они его, может, просто не видят, слушай. А я тут поторопился. Не, нифига не реагирует. Ладно, уговорили. Кто такие? Рабыски. О, идут, идут, идут. Ты смотри. Куда идут, тут ни хрена непонятно. Кавалерия идет. Встали. Закрываемся. Лучше соберемся. Они типа перестраиваются. Давай туда в кухню. Так, новобранцы огонь. Это кто? Еще новобранцы тоже огонь. Да ладно. Хрен на них. Да, огонь. Еще огонь. Ну тут хрен, баллист, напасешься на них. Это какую-то грядку. Закрывайся. И трес, блин. Развел меня. Искусственный интеллект.
Дождался, когда я почти всех рабов высажил, а потом только в атаку пошел. Петрова. Что скажешь по этому поводу? Стоим. Огонь. Сюда. А давай в кучу, в принципе, туда, куда-нибудь. И вот этого прихватываем. Настреливаем. Так, ну, в принципе, рабы-то свое дело делают, по факту. Они на себя народ выманили. Чисто поле мы их расстреливаем. Может, генерала сейчас еще пристрелим, тоже неплохо было бы. Стоим. Тастов атакуют. Огонь себе туда включу. Он даже зажигалкой, в принципе. Хотя не, наверное, обычно все-таки эффективнее, они поточнее будут бить. Пойдет. Жалко, там нигде высадиться нельзя. Так, ну ладно, давайте ускорять. Стоп. Вся грядка назад пошла, давай. Выцеливаем пехоту. Генерала так не слили, да? Так, конница у него одна, да? А нет, вот она, вторая. Живая все-таки осталась. Вы там стреляете или что вы там делаете? Алло. Он стреляет, нормально. Ладно, ребята пошли сюда. Посмотрим, что вы этим пацанам скажете. Продолжаем потихонечку обстрел. Надо вот легионеров повыносить. Остальных мы так уже нехило покоцали. Всем, чем можно и нельзя было. Ускоряем. Конницу бы найти, вынести нафиг. А во, давай туда. Прям в кучу. Пламенным. Пока они тут так плотно встали. Хо-хо-хо, нормально живем. Так и стойте, никуда не ходите. Все, прям туда в цель залетает. А я камеру, блин, ближе подвести не могу, да? Ну почти все. Обычный снаряд. Ну, вон туда куда-нибудь. Ой, нормально как проходит. Ой, чуть не положил. Рян. Так вот. Одних снаряды заканчиваются, да? Ну, нормально, нормально, нормально. Хорошо идет. Что,
там еще даже кавалерия живая. Меняем цель, наверное. Где-то-то... А, вон они, побитые легионеры стоят. Я не знаю, я вообще-то частенько города штурмовал. Это самое флотом, но чтобы вот так гарнизон встал. Что-то у меня, по-моему, такое впервые. Если честно. Просто всеми своими отрядами встали в один большой квадрат и стоят, танкуют. Нормально. У меня тут сейчас, походу, баллисты накачаются. Хотя они и так, в принципе, неплохо накачаны были. Готовим. Так, все, отстрелялись, да? Ладно, братва, пошли. Успею, наверное, их там закрыть. Melee infantry ready. Так, ты в резерве останься. Лучше фланг закрою. Разбираемся вот с этим товарищем. А, эпибаты, вот это вам, блин, не мальчики для битья. С этими так просто-то не пообщаешься. Ой, как они его зашвыривают, смотрите. Подошел на свою голову, пацан. Лично. Швыряй, 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 швыряй свои штуки. Вражеский военачальник убит. Так, это рабыть, можно не бояться. Все, пошла куча мала. Эдик, встречай. Ты его там догоняешься, или нет? Догонял уже. Держим, 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 держим. Стена щитов. Стоим. Пой сюда. Так, убираю свою стену. Шлепаю вот этого. Ну что-то даже кажется, что эпибаты, блин, выше вот этих всяких новобранцев наглая моделька. Там вообще жесткие пацаны. Все, гарнизоны начинают разбегаться. Так, а тут на все нет. Все, давай, закрываем их. Давай на высадку тоже. Да, на помощь. Там кто-то еще стреляет, что ли? Цензы. Самые страшные ребята, давай. Сюда. Сюда. Швырни в них что-нибудь. Между делом так. Ready for orders.
Окружение. Так, это уже окружать-то некого. Все, кончились? Да. Все покончались. Нормуль получилось. Эпибаты нарезали, те нас стреляли. Ну, не считая, конечно, рабов, говорю, наемников, которых я взял. Ну, наемники, они для того и наемники, в принципе. Чтобы свою лепту вносить и умирать за денежку, которую наш правитель им дал. Так, и генерал заодно шлепнули. Так, можно, в принципе, и трусков освободить, да? И давайте заберем себе. Так, и прямой выход на Паттайю теперь у нас есть. Это сразу под снос. Это мне тоже бесполезно по факту сейчас. Это оставляем. Я построил это, где у меня олдскул, да? Минус 47 общественный порядок, охренеть просто. Так, и возможно, вот эта вот вся грядка пойдет в атаку на Аремин. Ну, в принципе, должен, я буду справиться, то есть что. Это качаем. Что там от наемников-то хоть осталось? Плитаста еще можно оставить, в принципе. Этого распускаю. Так, здесь все. Теперь что у нас еще? Одиссос остается, да? И, в принципе, Фракию мы полностью под себя забрали. Поехали опять, сразимся. Так, снова сухая погода. В принципе... А нет, поселение немножко другое, кстати. Давайте посмотрим, что тут придумать. У них там, кстати, поинтереснее в этот раз будет этот самый флот. Так, а можно? Нельзя. Далековато немножко будет, да? Да, давайте, наверное, все-таки отсюда. Здесь встали. Баллиста пока стоит, курит. Лучники. Пикинеры. Этих сюда. Тарантийцы здесь. Тяжелая кавалерия тоже здесь. Погнали потихонечку. Вон они стоят, да? Не рыпаются. Кстати, тарантийцев-то зря всех сюда увел, да? Давай-ка сюда. Возвращайся. Так, они в атаку, похоже, не собираются. Подошли. Сюда. Так, тарантийцы уже идут, нормуль. Мне бы их здесь в кучу сбить, было бы, блин, прикольно. А давай, в принципе, этих тоже сюда отправим пока. Отсюда все равно никакой движухи нету. В принципе, давай. Начинай. Так, режим обороны. И туда в кучу. Отходим. Подходим. Не сиделся, что. А, он все вылезти никак не может. Собак сплыла. Закрывай вот этого. Как дела? А давай тут... А, нет, туда не достану, к сожалению.
Туда, к сожалению, не достану. Так, здесь всех связали, будем. Где моя? Это самое. А вон она. Давай, бей. Куч туда давай. Подойди поближе. Так, с подкрепом почти-почти. Так, тут что-то стоят еще даже. Ну, лучники, ну елки-голки, встаньте вы нормально. В кучу. А, не достаю до той кучи, да? Далековато стою. Поехали поближе. Разберись с ним. Автоперезарядка ускоренная. Так, здесь закончили. Гоплитов возвращаем. Всю кавалерию сюда опять. Так, пайгманов я, наверное, опять не буду использовать в этой битве особо, чтобы вам не досталось. Только лучники-то тут уже нормально так наложили. Давай вот в эту сторону, хрен с ним. Мечники готовятся, если что. Настреливай, настреливай, настреливай туда. Так, у него пехот-то немного, да, осталось, я смотрю. А в этот раз они покучнее. Талии потерь побольше несут. Сколько? 377. Нормально баллиста стреляла. Хотя лучники что там? А, ну лучники еще боезапас-то свой не закончили. Нормально ребята отлетают. Там. Так, танкицы. Сюда. Тяжелая кавалерия. Тоже сюда же. По вот этому притасту. Пока они тут кучно встали. Их нормально вообще залетает. Сколько у них там? 77. Лучники у нас просто звери. Есть контакт. Следующий. И их патроны-то кончаются. Все. Всех кончились. Назад всем. Так, таракиты или клерухи? Таракиты или клерухи? А давай тех и тех. По отряду, погнали. Тарантийцы, погнали. Тяжелая, сюда. Прям темпом, ударка моя. Генерал, тоже сюда погнали. Главное, слить его. Ага, охренели от такого дела, да? Бегом. Закрываем. Бегом. Лиза, сам обходи. Давай, 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 давай. Что здесь? Здесь втемяшились? Здесь обходим. Генералы врубились. Бегом давай, твою мать. Хорошо идет. Все, здесь мы их прижали. А вы то, что это даже. Это тому же месту.
Да, она кавалерия заходит. Плавненько. Дальше. Дальше. Да, иди. Шмяк него. Чуть не особо помогло, но ладно. Обушевляйся тут. Нашего военачальника напали. А, ну все, в принципе. Ребята, закончились. Победа, друзья мои. Так, еще одно поселение мы у противника забрали. Замечательно. Да, что-то их гарнизоны с лучниками не особо-то помогают. Видимо, дальность-то у них не особо хорошая. Как минимум, с моим они не противостоят вообще почти. Так. Убираем себя. Есть контакт. Еще одна провинция у нас теперь появилась. Так, это как всегда. Это туда же. Все эти воровские постройки нафиг. Так. Вот уже неплохо. Так, а у меня отношения там с гетами, например, не улучшились? Не, наоборот, ухудшились даже. Говорит, мы тут хотели это самое командовать. А вы взяли у нас все и позабирали, да? Скородистские, видимо, еще их атаковали до полного счастья. Они до свой, они всех атаковали. Что-то их все так не любят тут, похоже, да? Прям по жути. Так, ну империя-то у нас все-таки подрастает потихонечку, помаленечку, да, наша? Теперь вот наша основная задача, наверное, будет раз, два, три. И вот этот вот туда же вот, 4. И будет нам счастье. Хотя это не точно, опять же. Кто-нибудь обидится, скажет, не, давайте мы с вами будем воевать, но вас в баню. Кстати, тогда давай нападение, право прохода. Ты союз не хочешь? Хотя, не особо-то он мне не нужен пока с тобой. Не хочет он союз, ну и хрен на него. Ладно, ребят, давайте тогда на этом сегодня закончим. Всем спасибо, кто пришел, посмотрел. Не забывайте писать комментарии, ставить лайки, подписываться на канал, если кому интересно. Ну а с вами был Консул. Всем вам огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока.